нашего замечательного праздника. Хочу сказать, что, конечно, этот праздник приоритет мужчин, потому что мужчины – это защитники Отечества. Но если вспомнить всю нашу вековую историю, то когда бы лихая година не наступала, не подходила к границам нашего государства, все от мала до велика вставали на защиту своей страны. Это было 1000 лет назад, это было 500, 600, 100 лет назад. Это есть сейчас. И убежден, что это будет и в будущем. В этом День защитника Отечества, как бы он ни назывался, рабочий крест акции Красной Армии и Военно-Морского флота, День защитника Отечества, он наш общий праздник. Я от всего сердца хочу поздравить всех нас с этим праздником. Особую благодарность ветеранам, которые отстояли нашу страну во время Великой войны, которые участвовали в локальных конфликтах после Великой Отечественной войны. И, конечно, тем людям, которые сейчас стоят на страже нашего государства, которые сейчас отдают свои жизни за то, чтобы наше небо было чистое. Поэтому низкий поклон всем тем, кто защищает наше Отечество. И пожелать хочется одного, чтобы те, кто служит сейчас, все вернулись домой. Чтобы ветераны жили как можно дольше. Чтобы у них было крепкое здоровье, чтобы они могли и дальше делиться тем бесценным опытом, который у них есть. Потому что только в традициях, в незыблемости смены поколений, передачи традиций – сила нашей армии и сила нашего государства. С наступающим праздником, дорогие друзья! Балаклавский муниципальный округ города Севастополя награждаются Оржевикин Виталий Александрович, участник боевых действий локальных войн. Thank you.